Дорогие друзья, всем здравствуйте! Вы на канале «В гостях у Ванушки», и сегодня я расскажу вам, как засолить красную рыбу. Самостоятельная засолка рыбы – это, во-первых, очень-очень вкусно, у вас всегда свежая соленая рыба на столе, во-вторых, это очень экономно, вы экономите почти в 1,5-2 раза свои деньги. У меня здесь вот такой вот кусочек свежей рыбы, это лосось. Рыбу я почистила от чешуи, все промыла, просушила бумажным полотенцем, и теперь мне нужно убрать все косточки. Также я убираю плавники, срезаю весь жир. Все обрезки я не выбрасываю, я их замораживаю, и когда буду варить уху, они мне еще пригодятся. Филе рыбы хорошо прощупываю пальцами и убираю все мелкие косточки. Получаю два вот таких вот красивых кусочка филе красной рыбы, теперь их можно засолить. Рецепт засолки очень простой, две части соли и одна часть сахара. Важно, чтобы эти части были одинаковыми, а количество смеси уже делайте такое, какое вам нужно. Главное, чтобы этой смеси вам хватило для того, чтобы покрыть всю рыбу. Для засолки рыбы я использую обычную каменную соль. Теперь красную рыбу хорошо посыпаю со всех сторон. Каждый кусочек рыбы отдельно обворачиваю в бумагу. И перекладываю в стеклянную посуду. Посуду герметично не закрываю, просто вот так вот убираю в пакет и в холодильник. Дальше, друзья, уже дело вкуса. Лично мы такую рыбу едим через 2 дня. Кто-то такую рыбу ест уже на следующие сутки. У нас прошло 2 дня, теперь будем пробовать рыбку. Сейчас я покажу вам, какая она получается. Рыба стала более плотная, из нее вышла вся лишняя влага. Рыба не разваливается и очень хорошо режется на вот такие тоненькие кусочки. Я всем советую попробовать засолить по такому способу. Рыба получается очень вкусная, дополнительные приправы я никакие не добавляю. Кто-то добавляет черный перец, укроп, но как по мне, эта рыба очень вкусная и не нуждается ни в каких дополнительных приправах. Этот кусочек мы съедим практически сразу, ну а второй кусочек я убираю просто в холодильнике, храню несколько дней, примерно 5-6 дней рыба может храниться. Возможно, такую рыбу можно хранить и больше 5 дней, я не знаю, кто знает, напишите мне в комментариях, сколько можно хранить такую рыбу в холодильнике. В нашем холодильнике рыба больше 5 дней просто не задерживается. Друзья, пробуйте, готовьте, думаю, рыбка такая понравится абсолютно всем. Я очень люблю такую рыбу со сливочным маслом и темным хлебушком. На сегодня у меня все, друзья, не забывайте подписываться на мой канал, нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Я с вами не прощаюсь, впереди у нас еще очень много вкусного. До новых встреч!